формата дисковод на 360 читает. Возьмем вот такую дискетку старенькую, смочим спиртиком и почистим сейчас. Ах, запах. Ну, я думаю, где-то откладываем все. Друзья, среди своих раритетов нашел вот такую дискетку. Написано «Система и тесты. Западная Германия». Дискета еще на 360 килобайт, которые шли, вот помните, когда роботроны 17-15 были, потом 18-4 стали поступать из Германии, первые 286 с Орлом такими. Вот это дискеты из той серии. Сейчас попробую я вот в этот компьютер, современный компьютер, эту дискетку вставить. Вот здесь для охлаждения гирьки поставил, вы видели. Дисковод на 360 старенький, который называется Mitsubishi 501C-312M. Вот, ставлю, закрываю. Выключателя у меня нет, включаю вот таким образом. Так, смотрим, что будет. Вот дернулся хлопик. Сейчас должен распарковаться диск. Вот. Всегда ругается что-то. Так, F1. Вот пошла загрузочка наша. Вот. По-немецки. Вот она, система. Системная дискета с тестами с Германии. Так, Exploit 8.10.86. Ну, давайте посмотрим, что это за тестовая дискета. Benchmark Super Test. Версия 0.99. Обалдеть. Два режима, он и тишку, и стишку может. Не представляете примерно, какой год. Это где-то, наверное, 90-е. Начало самое 90-е, 91-е, может раньше. Хотя копирайт он 1986 год стоит. Но у нас 86-й точно компьютеров не было. Их начали поставлять где-то 88, 89, вот так. Так, С это что такое? С это цвет, включить, выключить. F это help. Вот кто хочет, может паузу нажать и почитать. Так, выхожу. Так, ну и выхожу. Q. Это основной тест, видимо, пауза какая-то. И escape это exit to dos. Ну, это продолжить тесты, скорее всего.
Там такой страйк. Окей. Вот бичмарк старинный 87 года. О, 87 год. Обалдеть. Да, скорость офигенная. Так, окей. Так, вот диск жесткий, он ушел тестировать. Так, 150 мегабайт, 1000 цилиндров, 15 пилов, 17 секторов. Все, 1000 давал. Окей. А, это общая система, видите? Вот, на дискете DOS 330. 15 января 88 года. Так, ну что показывает? Процессор, сопроцессор, параллельные, последовательные. И дисплей не определяет. Пишет, что расширение графика. 256К. Так, ну, диски. Так, и сколько чего занимает в памяти. Так, дальше. Так, процессор Intel 16-битный, 16-битная шина, системная IBM PS260, Benchmark Index. Бит в секунду, бешеное количество памяти 1 мегабайт, сопроцессор 287. А вот диск пишет почему-то 42, он не понимает, больше 42. Старый, 89 год, ничего не сделаешь. Так, вот у нас ЕГА, ВГА, памятка, все, ну, можете посмотреть, это долго и муторно будет идти, на клавиши оно здесь не реагирует практически, не реагирует. Ну, вспомните молодость, 80-е годы, первые компьютеры. Так, давайте пока идет тест, покажу вам. Значит, хлопик я поставил вот такой вот. Сейчас попробую показать. Такой трансформ. Жесткий диск я поставил. С переходником. Вот такой вот. Ну, остальное все то же самое. Графики, посмотрим, чем кончится. Ну, короче, еще раз. Ну, вот подписано по дискету. Системные тесты, Западная Германия написано. Ну, поставки были.
окружает что-то еще, так сказать. Слышите звук? Звон без окна. Ну, посмотрим, куда пройдет угол. Опять. Ну, как отсюда выйти. В общем, бесконечная штука, похоже. Выключаю ее. Так, снова здесь будет.